Высказывайте свое мнение. Участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены извне. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина «Будь в центре событий». Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1590 АМ. На нашем веб-сайте radio.nvc.com, ну и приветствуем всех наших YouTube-зрителей. Сегодня у нас опять не совсем обычное ток-шоу, сегодня я не один, сегодня у меня очаровательная гостья, мало того, мужественная женщина, Заряна Подольный. Здравствуйте, Заряна. Здравствуйте, Сергей. И давайте так оставим интригу немножко. Расскажите о себе, ну, несколько слов. Откуда вы, как давно вы здесь, а потом перейдем к тому событию, которое исподвигло меня встретиться с вами и обсудить, что происходит, как это все происходило. Хорошо. Я родилась в городе Коломыя, Ивано-Франковской области, и уже 25 лет, как мы с семьей переехали в Америку, мы выиграли зеленую карту, так что мы граждане этой страны, и вот несмотря на все это, душа и сердце все равно там, особенно в эти дни, когда да. происходит там такая беда. Вот, собственно, к этой беде мы и подойдем. Отчаянный шаг. Мы поговорили до эфира, и Заряна рассказала мне, что ее супруг сначала был крайне, ну, так скажем, недоволен да. ее поступком. Ну, а теперь, собственно, о самом поступке, а потом расскажете, как муж отреагировал и об этом. Хорошо. На прошлой неделе я полетела в Варшаву, с собой взяла 50 сумок помощи украинским солдатам, помощи, которая помогала бы им выживать, помогала бы им быть более эффективными и помогала бы им бороться с этой русской ордой. И, к сожалению, сейчас именно вот таким способом, именно такой способ, самый быстрый, самый эффектный и быстрее всего попадает в нужные руки. И потому я решилась на этот шаг, потому что мой родной брат, несмотря на то, что мы уже граждане Америки 25 лет. Добрый вечер, мы из Америки. Как только началась война, он все бросил и поехал в Украину воевать. Он ветеран американской армии, 4 года служил. И как бы он подумал, что в связи с его, опытом, пригодится, да, он пригодится, его сразу возьмут в армию. К сожалению, так не получилось, только потому, что у него паспорт украинский уже просрочен, и там очень строгие порядки, они не могут взять украинскую армию человека, которого нету действительного украинского паспорта. То есть это бы выглядело, как будто американец воюет в украинской армии. В связи с этим он присоединился к там есть очень много добровольных полков, где люди сами организовываются, где они, несмотря на все, получают очень хороший тренинг, очень хорошую учебу. Он мне рассказывал, что он был просто поражен, потому что после 4 лет в американской армии он все равно был поражен, насколько хорошо их там учили, какие у них были преподаватели, какая дисциплина. Он просто не мог наговориться про это. То есть эти полки, как вы знаете, русская армия, она хоть совсем не вторая в мире по своей эффектности, но она большая, и они могут количеством просто задавить Украину. Потому армия украинская нуждается в помощи, и потому большинство украинских мужчин
присоединяется вот именно к таким добровольным полкам, и они отыгрывают очень важную роль в том, чтобы защищать страну от этого всего. Мы сейчас к этому вернемся. Ну вот ваши слова подтверждают у нас Анатолий Задорожный по пятницам. Ведет программу, называется «Бойцовский клуб». И мы с ним в частной беседе, он мне тоже рассказывал, я говорю, когда первые дни начались, и довольно сложная ситуация, я выразил некий скепсис по поводу происходящего. Он мне как раз об этом сказал, говорит, ничего подобного. Там в армии сейчас такие люди грамотные, и вот как раз тренинг проводят, и все. Вот вы подтвердили его слова. Да. Как ваш муж отреагировал на вашу инициативу? Ну, я своему мужу не говорила, что я поеду в Украину. Я ему сказала, что я поеду только в Варшаву. И, ну, если честно, я 100% не знала, поеду ли я в Украину или нет. Но я знала, что если я буду чувствовать себя некомфортно, что, возможно, эти 50 сумок не пойдут именно туда, куда я хочу, или они не все дойдут, если я прочувствую ситуацию и почувствую себя некомфортно, мне придется все-таки туда поехать. И я все-таки решила туда поехать, и я об этом не сожалею. Привет, мы из Украины. Потому что всякое бывает, то есть это не значит, что их бы там украли, но они могли пойти просто не туда, куда бы я хотела, и для того, для кого я их везла. То есть я поехала в Украину, мужу об этом не сказала. Все время, когда он мне звонил, я притворялась, что я в Польше, и, конечно, я там была только 24 часа, чтобы муж не узнал, где я не могла это скрывать дольше. Но даже этих 24 часов хватило, чтобы прочувствовать вот то, что там происходит. И я уверена, что я прочувствовала это только там на 0,1% на самом деле, потому что это недостаточно времени, и я была на Западной Украине, не там, где идут все боевые действия. Но даже спать, провести ночь, когда 4 раза за ночь звучит сирена, и что-то очень громкое пролетает над твоей головой, то ли ракета, то ли самолет, не знаю. Я ни одной секунды не спала, и я провела только одну такую ночь. Наши люди проводят каждую ночь и каждый день. И там не были мои маленькие детки со мной, чтобы я еще за них переживала. И все равно, как было страшно, как было больно, и как, ну, просто до сердца обливается кровью, я просто не могу представить, как те матери, у которых там дети, под этим всем живут, дети, которые уже привыкают к сиренам, дети, которые уже привыкают к бомбежкам, к этим страшным звукам. Это словами не описать и как бы до конца не прочувствовать нам издалека. Это могут только понять люди, которые это все переживают. И то есть за этих 24 часа я увидела больше боли, больше горя, чем я когда-либо в жизни видела. Я почувствовала страх, который я никогда в жизни не чувствовала. И все равно это только маленькая частица всего того, что переживают люди, которые там живут. Но до места все-таки удалось довести сумки, попали по назначению. Да. Слава Богу. Как потом муж отреагировал, когда узнал, что вы были в Украине? Ну, если честно, он меня очень ругал. Я прослушала лекцию, как ты, мать двоих детей, как, что бы было с ними, если с тобой бы что-то случилось. И я его полностью понимаю. Он меня во всем очень сильно поддерживает. Я ему очень сильно благодарна. Вот что я не скажу, нам надо делать то для Украины. Хорошо. Нам надо дать деньги сюда. Всегда ответ «хорошо». Нам надо принять семью беженцев, которые с нами будут жить месяцами. А то не... все, на все он всегда ответ «хорошо». Но когда уже дошло до этого, я его понимаю. Но в то же самое время
как бы мне надо было сделать то, что мне надо было сделать. И когда он уже, если честно, чуть-чуть боялась ехать домой, не знала, что меня там будет ждать. Но пока я уже приехала, с ним поговорили воины, которым я привезла всю эту помощь, и мой брат, и те отклики, которые он услышал, его смягчили. Конечно, он все равно меня больше никогда на Украину не пустит, но он уже меня не ругал, и он все понял. Ну хорошо, вас он не пустит на Украину, но я думаю, что вы на этой миссии не остановитесь, потому что там же все еще продолжается. Мы потом поговорим о возможных сценариях развития событий. Предположительно, вы же общались и с братом, и с другими воинами. Они тоже какие-то, наверное, соображения на этот счет есть? Есть какие-то мысли? Так вот, если эта миссия будет продолжаться... Да, кстати, кто-то вам помогал финансово? Ну, то есть, я понимаю, набрать 50 сумок, это стоит денег. Да. Да, вы знаете, я получила колоссальную помощь, просто, ну, как бы отклики, которые я получила, были для меня... Я просто не могла в это поверить. Я на самом деле только обратилась к своим друзьям, к своим знакомым, к своей семье, и я все через них я собрала колоссальную сумму денег, чтобы хотя бы помочь с вещами первой необходимости. Конечно, там еще предстоит очень много работы и помощи, даже чтобы полностью помочь вот этому легиону, где мой брат находится. И, конечно, когда я закончу помогать со всем, что им надо, им, я не собираюсь на этом останавливаться, потому что таких легионов там сотни. И таких мужчин, которые с голыми руками, ногами, совсем берут автомат в руки, полностью незащищенные, и идут на танки и на военных, их там тысячи. И вот они настоящие герои, потому что наша армия, они тоже настоящие герои, но эти люди, они просто идут вот как... Это имеете в виду не регулярную армию, а вот добровольцы. Добровольцы. Угу. Вот они идут без ничего, они готовы, как бы для них намного больше рискованно все это проводить. А у них нету, как сказать по-русски, equipment, извините, я по-русски не очень хорошо. Нет, достаточно защитных средств. Да, нет. Да. И все-таки их это не останавливает, и они отыгрывают очень-очень-очень важную роль в защите Украины и в том, чтобы отодвинуть врага с позиций. А если кто-то захотел бы присоединиться к вашей миссии, каким образом это можно сделать? Ну. Я могу дать информацию, куда можно послать деньги, но я тоже понимаю, что люди меня не знают, и это правильно, вы должны быть бдительны сейчас, потому что... Есть такие случаи, да, к сожалению. Кому война, кому мать родная, я сама на этом чуть не обожглась, потому что, когда люди поняли, что я собираю деньги, и у меня это получается, были открыты два разных фейк-аккаунты на Facebook, на Instagram, начали писать всем моим друзьям, просить деньги в приватные месседжи, просить, чтобы им посылали Amazon-карточки. То есть я в первую очередь всем говорю, всегда будьте бдительны, проверяйте, кому вы посылаете деньги. Но я могу дать свою информацию для тех, кто как бы еще меня знает и хочет послать. Но если вы хотите кому-то более так проверенных организаций, у которых уже есть этот tax ID number, я тоже могу дать проверенные организации для этого. Не обязательно нужно вас свести с Анатолием Задорожным, который тоже выполняет эту миссию. У него школа называется Ballistic Budo Club. Они, ну, кроме того, что с единоборствами занимаются, там еще и тренинг проходит с оружием и так далее. И у него, кстати, сын 8 лет в Неви отслужил. Вот. И они тоже это делают, они знают, что, да. Какое именно оборудование, какое... Это очень важно. Да, они в этом разбираются. Да, это очень хорошо. Да, поэтому я вас обязательно с ним дам вам контактные телефоны, чтобы вы могли переговорить. Вот.
Я с удовольствием либо в конце программы дам, скажу всем. Вы можете сказать и можете оставить, потому что, ну, мало ли, кто-то едет в машине, не сможет конечно. Записать, чтобы, если позвонят, то мы обязательно поделимся информацией. Хорошо. Скажите, а у меня вообще складывается такое впечатление, что Украина не пала благодаря вот этому духу украинцев. Собственно, это, пожалуй, основное, на чем держится вот сегодня Украина. Потому что при, как мне кажется, при всех громких заявлениях, что нашего пациента Белого дома, что европейских лидеров, ну вот, правда, Англия там что-то начала поставлять, какое-то вооружение более-менее, потому что отчаяние, с которым сражаются украинцы, оно помогает, но трудно, скажем, с автоматом идти против ракет, против танков, против артиллерийских орудий. И вот эта просьба, с которой президент Зеленский обращался, ну, все, кто так или иначе там находится, о том, что необходимо закрыть небо, потому что бороться с самолетами трудно, с автоматом. И, к сожалению, даже вот когда поляки хотели передать самолеты Украине, наш президент на самом деле вмешался и остановил это. Я не знаю, чем он руководствуется. Они нашли предлог, что это может разозлить Путина, что, дескать, да, Путин рассердится. Я не знаю. Я могу только спекулировать на эту тему. Не знаю точно. Но вот в Украине это понимают? Вот те, кто непосредственно с оружием в руках, они видят, что происходит? Вы знаете, я думаю, возможно, не до конца, потому что, ну, наш президент, он должен оставаться тактичным. Это понятно. И он должен, абсолютно, да, оставаться дипломатом. То есть это понятно. И он правильно формулирует все свои выражения по этому поводу. Он всегда благодарит Америку. Но, если честно, я считаю, ее особо не за что благодарить. И как бы Зеленский, ну, не только в Украине, он сейчас в целом мире самый влиятельный политик, и политик, которого поддерживает не только страна, а весь мир. То есть я думаю, что наши солдаты, наши люди, как бы, они прислушиваются к тому, что он говорит, но он все описывает в очень мягких тонах, потому что у него такая работа, это понятно. Это объяснимо, да. На самом деле, я не политик, и я не военный эксперт, но я думаю, что не надо быть военным экспертом, чтобы понимать, что чтобы для того, чтобы страна выиграла войну, она должна иметь преимущество в воздухе. Если этого не будет, какие бы они сильные ни были, эта война будет продолжаться годами, и будут умирать миллионы людей, потому что Украина все-таки, она таки не сдастся, но это все будет продолжаться очень-очень долго, и будет умирать очень много людей. То есть я, как вне политики и не военный эксперт, просто как женщина, мать твоих детей, моя логика не понимает, почему. Я понимаю, почему, например, Америка и западные страны не хотят персонально вступать в этот конфликт, чтобы закрывать небо. Но я не могу понять, почему они не хотят предоставить Украине нужные средства для того, чтобы Украина сама закрыла свое небо. Вот этого я не могу понять. И я уверена, что есть многие вещи, которые происходят за кулисами, про которые мы ничего не знаем. Я уверена, там есть свои договоры, свои секреты, так можно выразиться. Потому что логически это просто не имеет никакого смысла. И то, что та помощь, которую дает Америка, ну да, так же, как и наш президент, я скажу большое спасибо тебе, Америка, за то, что ты помогаешь. Но если бы мне надо было привести как бы пример, как для меня это выглядит, как будто идет боксерский матч, в котором соревнуется борец Украины с борцом России.
Америка во главе всех западных стран сидят с попкорном, с пивом, делают свои ставки, на, каждый на своего боксера. И вот и они вот так смотрят за этой всей ситуацией. Когда они видят, что там украинский боксер начинает подупадать, чуть-чуть проигрывает, они подольют ему чуть-чуть водички, чтобы он не умер, чтобы он продолжал бороться, для того, чтобы было им интереснее посмотреть это до конца, сделать побольше ставок. Вот такое, такая, как бы, такое сравнение у меня с этой всей ситуацией, потому что я не могу понять, почему не делаются шаги, которые очень быстро и очень эффективно привели эту войну к концу. Потому что все-таки украинская армия намного профессиональнее, они знают, за что они воюют. И у них мотивация. У них мотивация, они знают, за что они воюют. Да. А если бы у них были ПВО, средства для того, чтобы они были непобедимы. И если уже об этом говорить, после этого всего, что я увидела, я вообще считаю, что нам НАТО не нужно. Я считаю, после этого всего мы нужны НАТО. Потому что Гарри Каспаров очень правильно заметил, он сказал, что Украины очень много смелости и недостаточно оружия, а у НАТО очень много оружия, но недостаточно смелости. И вот если бы вместе свести эти два компонента, вот тогда бы эта организация была непобедима. Но, к сожалению, такого нету. То есть я уже даже не знаю, раньше я хотела, чтобы Украина была в НАТО, а сейчас я посмотрела, что такое НАТО, и, если честно, я уже не вижу сути в этом. Из всех членов НАТО Турция, пожалуй, единственная, которая предпринимает реальные шаги, которые помогают Украине. Да. То есть, перекрыв проливы, она не допустила в Черное море эскадру, которая бы атаковала прибрежные города. Вот Турция не боится, что... Ну, это, так сказать, в традиции Турции. Мы уже говорили, я напомнил о том, что бомбардировщик российский в свое время там на 40, по-моему, секунд залетел на территорию Турции, тут же был сбит. Да. И не испугались. Ну, это как бы понятно. Вы знаете, я как женщина, как мать, я против войны, я против того, чтобы убивали людей. Но доходит до такого момента, когда ты должен выбрать, либо ты должен убить, либо убьют твою жену, твоего ребенка, твою мать, твою сестру. И в таких случаях уже нельзя сомневаться. И то, что Америка настолько сомневается во всем, и Запад настолько сомневается, они как бы провоцируют вот это уже даже не война, это уже геноцид в Украине. Потому что то, что происходит в Мариуполе, это геноцид. То, что сейчас русские войска якобы отводят свои войска от Киева, я очень-очень сильно сомневаюсь, что это они просто их отводят. Потому что, зная, как они действуют... Мы об этом поговорим чуть позже. Да. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. И, кстати, если у нас звонки раздаются, я пока вас не останавливал, не прерывал, но если будут вопросы, готовы ответить? Конечно, я могу ответить просто как женщина, но я хочу сказать, что я не военный эксперт, и я не политик. Нет, безусловно. Просто свое мнение я могу дать. Абсолютно. Значит, друзья мои, вот мы сейчас прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся, продолжим. Если у вас будут вопросы, вы можете позвонить. Я видел, что было несколько звонков. Вернемся, примем ваши звонки. Продолжая нашу программу, напомню, телефон в студии 847-400-5200. Мы беседуем с Заряной, которая по собственной инициативе собрала необходимые для военных, для добровольцев вещи. И сама поехала, сама повезла через Польшу и доехала до самой Украины и доставила по месту назначения. Если у вас будут вопросы, я видел, что пытались дозвониться. Мне не хотелось прерывать, хотелось немножко, чтобы информация Заряна поделилась. А потом уже, если будут вопросы, пожалуйста, звоните. А теперь... Ну, вы видите, что во всех странах практически люди. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Во-первых, я хотела узнать у Заряны, знает ли она какой-то способ, чтобы перечислить на карточку деньги отсюда в Украину. Вот, ну, если есть номер карточки украинский. А во-вторых, вот насчет того, что вы сказали, что сидят, смотрят с попкорном, у меня впечатление, может быть, с попкорном, да, это подходит такая аналогия, потому что абсолютно все равно, сколько людей погибнет. Как-то, ну, совершенно никакой жалости, никакого сочувствия нету. А вообще, у меня такое впечатление осталось, что был вообще сговор между Байденом и Путиным. Байден тут рассказывал, вот если бы если будет полномасштабная война, мы наложим санкции, а если будет неполномасштабная, тогда мы подумаем. В общем, короче, ему, видно, давали 3 дня, и если он за 3 дня свои задачи выполнит, так ничего, вообще никаких санкций не накладывали. В общем, это просто какой-то ужас, что творится с этим Западом, куда делись его высокие стандарты свободы и независимости и так далее, которые они когда-то накладывали на Советский Союз санкции за невыполнение Хельсинских соглашений. Вот извините, пожалуйста, что вы думаете об этом, и, может быть, вы знаете о карточке, и, если да, может быть, вы скажете, как связаться с вами. И, в общем, спасибо большое. Да, большое спасибо вам за звонок. Сначала прокомментирую про санкции и про договоры. То есть мы не можем ничего знать. Но у меня тоже такое впечатление есть и было, потому что когда ну, вещи не совпадают с реальностью, когда дело и слова не совпадают, и когда логики никакой нету, естественно, возникают вопросы. Вот почему так? Вот это совсем нету никакой логики, почему так происходит. То есть я, если честно, совсем бы не удивилась, что есть там свои договоренности, что уже все поделили, и большие суммы денег, потому что все знают, что самые большие деньги всегда делаются на войне, кому война, кому мать родная. То есть я, ничего бы меня не удивило, особенно из-за того, что как бы мы уже знаем историю Байдена, в чем он был замешан и какие там дела прокручивались. Насчет карточки я конкретно ничего не знаю, но я знаю, что можно, например, послать на банковский счет, если у вас есть SWIFT номер этого банковского счета и IBAN номер, так он называется, это International Banking Account, International Banking Number. Можно таким способом послать. Я знаю, люди посылают по Western Union. Также Украина недавно, буквально пару недель тому назад, приняла систему PayPal. Такими способами можно послать. А вообще, я думаю, если вы обратитесь в украинский банк, он называется Self-Reliance, они, наверное, смогут вам более конкретно и точно ответить на этот вопрос. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. Я хочу спросить, Заряна, по поводу, как относится на Украине к Зеленскому? Потому что у нас на украинском канале с утра выступает в понедельник и в пятницу Мухачев. Его резко отрицательное мнение о Зеленском, о правительстве, потому что не коренной национальности, он так и говорит, что страну должен возглавлять человек коренной национальности. Вот мне интересно, как относятся на Украине сейчас к Зеленскому? Не сейчас, а не раньше, не во время мирное время, а сейчас. Пожалуйста, пусть ваша ведущая ответит. Пожалуйста, спасибо. Да, это очень важный вопрос. Зеленский на самом деле имеет колоссальную поддержку в Украине от украинского народа, от украинских политиков, от разных партий. То есть, ну, конечно, он не стал бы президентом, если бы у него не было поддержки изначально, потому что Украина все-таки демократическая страна и выбирает своего президента демократическим способом. То есть поддержка колоссальная. Конечно, ирония судьбы в том, что Украину обвиняют в том, что она нацистская страна. И вот, ну, люди, наверное, в России
России даже не понимает, что такое нацизм, если они такое говорят, потому что нацистская страна никогда в жизни бы не выбрала второго подряд президента с первого наполовину еврея, а второго стопроцентного еврея. То есть, как бы, если это не доказывает то, что мы судим людей по тому, какие они люди, а не на каком языке они разговаривают, и какая у них религия, и какой они национальности, то я не знаю, что еще может это доказать. В этом смысле Украина шагнула по пути демократии дальше, чем Соединенные Штаты Америки. Мы теперь сейчас на пожизненные должности назначаем не по профессиональным качествам, а по половой принадлежности, по цвету кожи. Да. В общем... Очень верно, да. Добрый день. Добрый день. Вопрос к гости. В начале своего выступления она позволила себе такую фразу «Русская орда наступает». Ведущий в студии русский. Означает ли это, что происходит отождествление, вот, как бы, национальное? Спасибо. Вы знаете, у меня у самой очень много русских друзей, которых я просто обожаю, люблю, и они мне очень близкие, всегда были, есть и будут. То есть нормальный человек никогда не судит других ни по каких-либо других качествах, кроме того, какой человек перед ними. То есть не имеет значения, какая религия, какая страна, какой язык. Если вы понимаете, я сама, я с Западной Украины, я русский язык, если честно, никогда не учила. В школе у нас его уже не было, когда я училась в школе. И я сижу и разговариваю на русском языке. То есть это очень важно понять, что есть хорошие и плохие люди, независимо от того, в какой стране они живут, независимо от того, в что они веруют и какую религию исповедуют, независимо от их национальности и так далее, и так далее. То есть я считаю, все нормальные украинцы все-таки судят людей по людям. Почему я выразилась, что это русская орда? Потому что именно то, что происходит в Украине, то, как ведут себя русские солдаты, они не ведут себя как армия, они ведут себя как орда. Если вы знаете по истории, когда орда проходилась через какой-то либо город или деревню или страну, она за собой не оставляла ничего живого и ничего, и просто полностью все разбивала вщент. С Луганской области. З якого міста? З города Попасної. Вот. Ну что, начали обстреливать. Было у меня дом. Вот. Летняя кухня, все разбили, осталось стены. Вот. Были у меня гроши, 40 тысяч гривен, у меня там дипломатия осталась. Разбомбили, остался я без жилья, без ничего, и один. Бабушка моя год тому назад померла, вот это вот. Так на сердце вот это вот у меня было. Скільки вам роки? Скільки вам роки? Мне 77-й год. Будет 77 год в сентябре, 14 сентября. Как вас звати? Меня зовут Валерий Иванович. Валерий Иванович. Да. Тримайтеся, вас відправлять куда треба. Спасибо. Дякую вам. Нема за що. Дякую. Дякую. Ви тримайтеся. Давайте я вам поможу нести. Ага. Дякую. И вот то же самое происходит сейчас в Украине. То есть русская армия, когда не может прорваться, не может победить наших воинов, она отыгрывается на детях, на женщинах, на простых людях. Она полностью сносит села и города. То есть это не армия, это именно орда. Но я хочу, чтобы все четко поняли, что я... Это, ну, как бы, высказывание я не имею в виду в направлении всего русского народа и всей страны, потому что там тоже есть хорошие, нормальные люди, которые против этого. Конечно, очень жалко, что их
очень мало, но они есть. И это тоже, это, про это забывать нельзя. А то, что какой там сейчас народ, к сожалению, ну, это он не стал таким только из-за 20 с чем-то лет пропаганды Путина. Там, если честно, такая пропаганда столетиями велась. Там, ну, всегда так было. Не только к украинцам, даже к своему народу. Вот, ну что, Путин жалеет своих детей, своих солдатов, свой народ. Он своих тоже не жалеет. Но, если честно, и должна вам сказать, я как женщина, когда я видела там первые видео, когда только начиналась война, и показывали видео этих мальчиков, русских солдатов, которые сдавались в плен и которые плакали, рассказывали, что они не знают, никуда они идут, ни на что они идут, ни что их будут заставлять делать. Я смотрела эти видео, и я тоже плакала, потому что мне их было жалко. Но если быть с вами честной на все 100, сейчас мне все тяжелее и тяжелее их жалеть, потому что когда в первые дни войны действительно очень многие могли не знать и не понимать, я считаю, что уже сейчас, в это время, наверное, всем все ясно и все понятно. То есть я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, перезвоните. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Сережа, я обращаюсь к вам. Значит, у меня вопрос такой. Значит, Путин же крестьянин, украинцы тоже крестьяне. Каким же образом он, крестьянин, получил благословение от священника, как его, от всей Руси, архиепископ, получил крещение, разрешение на право войны? Я не понимаю, о каком Боге можно идти речь, когда он со словами «победить» и «бросил». Он же ходил в церковь, он же крестился, он же там крестил свою дочь, он же все праздники христианские он был там. Каким образом ему разрешил архиепископ всей Руси пойти на войну с Украиной? Вот это меня очень-очень волнует. Я, честно говоря, я не знаю, как ответить на этот вопрос, кроме того, что они похожи из одной конторы. Ну, если честно, как бы религия всегда была очень честно связана с политикой, к сожалению. Не только в России, мне кажется, повсюду. И здесь как бы это выражает и показывает, настолько тесно религия связана с политикой в России, и насколько они взаимодействуют. Потому что в Украине было очень много православных церков, которые были под московским патриархатом. А потом оказалось, что все эти церкви содействовали и помогали России в этой войне. У них находили боеприпасы, у них находили запасы еды, потому что считали, что русские войдут очень так быстро. То есть оказалось, что они полностью взаимодействовали с путинским режимом и помогали подкосить Украину. То есть это, конечно, очень болезненный как бы вопрос, особенно для людей верующих. Это очень больно, потому что ты задаешься вопросом, в что тогда верить? Как можно верить в религию, которая посвящает и посылает на убийство? Ну, мне кажется, вот наступило такое время в нашей истории, не только Украины, России, мне кажется, всего мира, где происходит очень много событий, которые, ну, просто перечеркивает все человеческое, любую логику и все, что святое. Еще один вопрос у меня. Недавно, чтобы, как мне показалось, чтобы принять spending bill на более чем 1 триллион долларов, очень громко говорили о том, что Украине выделяется 13,6 миллиарда долларов вот в этом законопроекте. И вот как бы трудно было спорить с этим, потому что в основном законодатели понимают из той и с другой партии, как бы, что нужно помочь и так далее.
а 13,6 миллиарда долларов – это довольно приличная сумма. А насколько в Украине ощутили эту помощь? Ну, во-первых, эта сумма громко звучит, но когда ты разберешься, что на самом деле происходит, они выделили эту сумму на все foreign aid, я не знаю, может, вы поможете мне международная перевести. Помощь, да. На международную помощь, только не только на Украину, а на международную помощь всего мира. С этих 13 с чем-то миллиардов только 6, меньше чем 7 идут на Украину. Из этих 7 нецелых только 650 миллионов идут на военную помощь Украины. Насколько я помню, вы можете, пожалуйста, проверить, потому что я это читала несколько дней тому назад, я точные цифры, но мне так, я припоминаю, по-моему, только 650 миллионов. Проверьте, пожалуйста. То есть у меня такое ощущение, что идет громадная пиар-компания Америки, где они на весь голос кричат, как они там выкладываются и сколько они помогают. А на самом деле, когда разобраться и докопаться до истины, все совсем по-другому. Да, там какие-то колоссальные суммы выделяются странам на борьбу за равноправие женщин, я помню, несколько сот миллионов и так далее. То есть фактически военная помощь составляет мизер от этой суммы, о которой заявляли демократы, что вот мы 13,6 миллиарда выделяем Украине, помогаем Украине. На самом деле все это не совсем так. А из тех 7 или там 6 с небольшим миллиардов, которые выделяются Украине, значительная часть пойдет неправительственным организациям, пойдет средствам массовой информации, которые будут рассказывать о том, как Америка помогла вот этой огромной суммой денег и так далее. Вот туда будут потрачены деньги. А часть этих денег вернется через неправительственные организации на избирательную кампанию демократов, которая уже началась. А еще в 2024 году будет. Это факт, это печальный факт, но вы знаете, что я не удивлюсь, что люди, которые живут здесь, вот в Чикаго, в частности, вот услышав, когда с высокой трибуны демократы заявляют о том, что выделяют 13,6 миллиардов, они все это принимают за чистую монету, потому что иногда мы спорим, как бы дискутируем по поводу того, что реальная помощь, нереальная. И многие, к сожалению, ведутся на эту пропаганду. А этой пропаганды ничего иного здесь нет. И она значительно отличается от реальной помощи, которую мы могли бы оказать Украине. Но вот этот ваш образ по поводу боксерского поединка, он похоже, соответствует действительности. Да, потому что на самом деле, что то, в чем Украина нуждается больше всего, это именно в военной помощи. Потому что я знаю, всем очень украинцам тяжело. Тем, которые, ну, переселенцы, которые переехали в другие города Украины, те, которые переехали в другие страны, им очень тяжело. Их очень жалко, но они будут живы, им будет тяжело, но они выживут, и все у них будет хорошо. А для того, чтобы было хорошо, мы в первую очередь должны вернуть ихнюю страну для них, чтобы им было куда возвратиться, чтобы они могли быть в своих домах, и иначе и быть не может. То есть в первую очередь как бы должна быть помощь именно военная, чтобы мы могли победить.
Спасибо огромное, Заряна. Если вам не трудно, оставьте координаты, потому что люди потом будут звонить к нам в офис с тем, чтобы спросить, узнать, потому что кто-то сейчас в машине едет, не смог ни записать, ни запомнить. Хорошо. Оставьте координаты, как можно связаться, каким образом оказать помощь тем людям, которые с оружием в руках защищают свою родину. Еще раз огромное спасибо и всего самого-самого наилучшего. И будем надеяться, несмотря на все трудности, на все проблемы, на весь обман, на все вранье, будем надеяться, что все завершится благополучно. Большое спасибо за поддержку. Спасибо. Спасибо.